Добрый день, дорогие друзья, подписчики нашего канала, ну и кто просто заглянул. Водомоторники знают данную конструкцию. Это корзина, которая крепится на борт ПВХ-шной лодки, чтобы сюда что-нибудь, канистры, еще что-нибудь, сумки складывать. Но много было к нам обращений, то есть все просили, сделать же все же наконец сумку, чтобы я не мучился сюда там, как что, в сумку накидал, все, и удобно. То есть кто-то, допустим, канистры не возит, у него там надо перемещаться с одного до другого места, там есть запас топлива. Поэтому просили сделать вот такие удобные сумки. Сумка, кстати, оборудована для переноски плечевым ремнем. Ну, вот тут можно регулировать его по длине. То есть вы взяли и можно унести, чтобы лодка, допустим, на воде болтается. На воде, чтобы кто-нибудь что-нибудь утащил, вы взяли и унесли в лагерь. Итак, что же, давайте пока откроем ее так, а потом прикрепим к раме. Сумка оборудована вот таким большим сетчатым карманом под всякую мелочевку. Ну, что положить сюда, вы сами определитесь. Ну, а дальше просто объемная, хорошая сумка из ПВХ. Герметичная. Видите, выше молнии край. А это значит что? Значит, брызги сюда затекать не будут. Ну, понятно, если вы бросите ее на дно, наверное, она со временем наберет воды. Итак, давайте покажем, как же она крепится. Ну, первое что? Это вот нижнее крепление. Давайте снизу закрепим. Вот к нижней станине она крепится на липучке и фиксируется, и очень надежно будет держать. Вот прикрепили с одной стороны, с другой стороны. Притянули ее к раме, чтобы она здесь была. Теперь, вот видите, с этой стороны и с обратной есть. Это мы фиксируем боковые стороны на липучке. Здесь давайте здесь покажем. Все очень просто, все довольно быстро. Также и откреплять ее, снимать, все очень практично и быстро. Сейчас пустая, когда вы туда накидаете что-либо рыбацкого или походного, она примет форму и будет очень удобно. Вот как-то так. Так, сейчас вид снизу покажу, как будет выглядеть. Так, а вот вид снизу. Так, дорогие друзья, кто еще не обзавелся такой рамой, хотя уже несколько сотен мы их начали выпускать, и несколько сотен потребителей уже пользуются. То есть, смотрите, все очень просто. Вот эти пятаки клеятся на борт, и они остаются там постоянно. Вот здесь есть болтики, вы открутили раму, убрали, а лодку сворачиваете уже с этими пятаками. То есть, кто ездит, это в основном касается тех, кто ездит на дальние расстояния. Допустим, на лодке на пробег, там, ну, кто-то 100, кто-то 150, 200 километров на лодке. И места в лодке как бы и так мало. А вы часть вещей по бортам распределяете. Но обычно такие рамы и сумки, это в кормовой части. То есть на баллоны в кормовой части. Их можно одну, ну, их обычно лучше всего две ставить, чтобы лодка как бы равновесие держала с двух сторон, и они, вещей сюда очень много войдет. Смотрите, у нас будут отдельно позиции все, то есть отдельно можно купить раму, если вам такая сумка не нужна, и у вас есть свои какие-то там сумки, или вы просто канистры возите. Можно будет купить, так как у нас несколько сотен уже таких рам продано, но были без сумок, можно купить отдельно сумку. А можно купить все в наборе. Так что, ребят, смотрите, все уже доступно. Пишите в комментарии, разыгрывать тут нечего, потому что раму мы уже представляли, а сумку отдельно без рамы, ну, не имеет смысла. Поэтому мы разыграем что-нибудь другое. Не волнуйтесь, розыгрыши будут даже скоро уже. Ну и как всегда, ребят, тепла, комфорта и уюта вам на рыбалке. Все, пока-пока.